Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, с вами Кроша. Это прохождение замечательной игры под названием World of Goo, друзья, мир Гу. Эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами. Да, и сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, да. Итак, у нас глава 3, давайте же начнем. Зима, да, как давно я не играл в эту игру, просто кошмар. Сжигание отходов. Так, ну ладно, давайте, быстрее, показывайте, давайте. Честно, друзья, я пытаюсь уже записать эту серию второй раз. Сейчас сначала прочитаем таблички, а потом я вам расскажу, почему. Так, вонь режет глаза. Хорошо, что меня здесь нет. Ну да, похоже, на эту свалку свозят отходы со всего острова. Судя по размерам свалки, мы все ближе к моменту презентации нового изделия, автор. Ну да. И вторая табличка. Эти скалы стали крайне липкими после многих лет слива отходов, автор. Ну, наверное. Так. Два раза я... Ой, один... До этого я тоже пытался записать эту серию, но... Просто сливался вот здесь вот. Вот этот огонь у меня просто все пожирал, друзья. Так. Будем аккуратно. Аккуратно попробуем пройти. Так. Отлично. Так, парень, вперед. Где там второй? Да не ты, чувак. Вот у меня тут есть. Отлично. Давайте дальше. Так. Да, вот она, видите, начинает ломаться. И надо что-то с этим делать. Кстати, а давайте вот здесь вот так вот как-нибудь поставим, чтобы она как бы не сильно ломалась. Так. И вот здесь надо еще одного поставить, я думаю. Ага, одного. Так, вот теперь отлично. Тут уже она тормозится. Давайте опять пойдем вверх. Так, где тут? Парни, давайте уже. Так. Вот-вот, опять у нас есть такой ништячок. Так, отлично. И мы уже в нескольких дюймах от нашей победы. Я, кстати, доводил вот до вот этих вот парней. Но они просто, друзья, не проснулись. И мне пришлось очень-очень туго. Так. Я, наверное, сейчас, конечно, делаю ошибку, то, что вот так вот их веду. Да, давайте-ка тормознемся вот с этим. Сколько у меня их осталось? Осталось-то очень мало. Так. Отлично, есть контакт. Все. Вот эти все уже проснулись. Нам надо только вот так вот сделать. И вот это вот. Отлично. Да, я походу лоханулся. Блин. Блинский блин. Так. Ну ладно, давайте попробуем. Попробуем взорвать это дело. Только надо их связать сначала. Да, надо было больше вот этих ставить. Ну ладно, будем надеяться, что они справятся. Так.
Отлично, вроде бы все связано, все нормально. Давайте попробуем сейчас поджечь. И одного заберу отсюда. Надеюсь, он мне потом поможет. Так. Отлично, ребята уже идут. Да, отлично, все получилось. Не так хорошо, как я думал, но, друзья, друзья, все получилось. Давайте, парни. Кстати, давайте вот этого, чтобы он... А куда он улетел? Ну, фиг с тобой, чувак. Ту. Ну ладно, давайте закончим. 16 из 12, неплохо. Хотя можно было и лучше, я думаю. Да, видите, где я много понаставил их. Не надо было столько ставить. Ошибка. Ну что ж делать? Так, и что у нас тут получается? Угу. Новый уровень нам дали. А это, интересно, последний уровень или будет еще уровень? Как он называется? Презентация. Отлично, это последний уровень. И на этом я, наверное, закончу, друзья, серию. Поднакопим больше шариков ГУ. А потом их, как обычно, поднаставим. В конце, на этой неделе, друзья, когда выйдет эти серии. А с вами, друзья, был Крош. Поддерживайте мой канал, ставьте пальцы вверх. И увидимся уже в следующей серии. До новых встреч. Пока-пока.